Привет, я черепашка-ниндзя, а Даня на улице. И со мной сегодня и Галина, и мама. Давай. Мы сегодня будем играть в акулу, которая ест рыбок. Голодная акула, сейчас я ее достану. Голодная акула. И потом вот немножко... такая коробина. Мама! Так, и вот здесь я есть капустку. Ну что, открываем? Вау! Вот такая у нас акула. Вот тут акула. Это акула должна в порядке. Она может верно, что мы не похожи. Она музыка у нас похожа. А можно я покажу, как она есть? Можно? Ну, конечно. Мне пальцы кусило. Так, самый старший игрок бросает оба игровых кубика, затем быстро называет выпавшие цвета. Если на обоих кубиках выпал один и тот же цвет, игрок называет его дважды, например, зеленый-зеленый. Игроки, чьи цвета выпали на кубиках, быстро передвигают рыбу на одно деление вперед, подальше от акулы. Если твой цвет назван два раза, двигай рыбку на два деления. Примечание. Дотрагиваться до рыбки можно только так, Даня. Только когда ты ее передвигаешь. Нельзя держаться на ней. Даня. Руку, когда бросают игровые кости. После того, как игроки передвинули рыбок, старший игрок снова кидает кубики и называет выпавшие цвета. То есть кубики кидаю только я. Во время игры акула медленно приближается к рыбкам. Если рыбка полностью скрылась во рту акулы, ее съели. Игрок, чья рыбка была съедена, выходит из игры. Съеденная рыбка остается во рту акулы до конца игры. Если твоя рыбка только частично во рту акулы, ты все еще в игре. Если акула съела рыбку игрока, который бросает кубики, этот игрок выбывает из игры, но продолжает бросать кубики и называть цвета. Победа. Продолжайте игру, пока не останется только одна рыбка. Игрок, который принадлежит эта рыбка, становится победителем. Если акула одновременно съедает последних двух рыбок в игре, это ничья. Будь здорова. Давайте. Мам, включай молоко. Давайте я включай брошу. Мам, подожди, давайте я брошу, выпадут какие цвета и сразу включаю. Раз, два, три, бросаю. Так, красной у нас нету, значит, желтая. Это я. Я на одно деление. Так, ты стой пока, Дарина. Так, желтая, зеленая. Даник, быстро передвигайся на одно деление. Ты сюда, значит. Блин, зеленая. На два деления. Даник, ты же следи за своей рыбкой. Дарюшка, на одно. Я на одно. Я тебя передвинула уже, Даря. Ах, ясно, короче. Все, Дарина поплыла. Мы попробуем сейчас с Данькой поиграть, а ты будешь болеть. За кого ты будешь болеть? Какие буквы? Красная, желтая? Да. Моя тогда зеленая и фиолетовая. Да. Дарина, а ты болей, кричи, там, мама вперед или Даня вперед. Черепашка-ниндзя. Хорошо, черепашка-ниндзя. Дарина, хорошо? Договорились? Угу. Раз, два, три, кидаю. Данька, включай акулу. Давай. Красная, зеленая. Так, я подвинула. И я подвинула. Акула отвалилась. Фиолетовая. Не успею.
Даня победил. Все, Даня победила. Почему она у нас отвалилась? Да. Далин, только не передвигай чужие рыбки, ладно? Просто болей. Где твой котик? Вот, и котик будет болеть. Красная, желтая! Нет, черепашка ниндзя, черепашка. За рыбки он болеет, котик. Он же любит рыбок, да? Да. Ну, раз, два, три. Раз, два, три. Красная? Подождите. Все, красная и желтая. Давай. Зеленая, нет? Давай. Желтая. Красная. Давай. Красная. Давай. Нас все сидят. Нас сейчас сидят. Желтая летела. Зеленая. Дети, выключите акулу. Стойте. Отсюда давай. Она вот здесь вот двигалась. Здесь была твоя желтенькая. А здесь моя красная. Нет, это моя красная. А, твоя красная была, моя, значит, здесь желтая. Так, сейчас я кину, выпадет Костя, ты включишь. А давай я буду бросать, и ты... Ты готов включать? Да. Ты будешь бросать, а я буду двигать? Да. Давай. Желтая один. Быстрее, ну Даня, надо сейчас съедят. Ну что, она уже съела. Давай на полу. Все, ну кидай. Давай быстрее. Быстрее. Быстрее! Ага, давай быстрее! Да, я быстрее, она уже близко! Быстрее, Данька! Быстрее, Данька! Быстрее, Данька! Желтая, быстрее! Быстрее! Сейчас зеленая съедет, Даня, сейчас твоя зеленая съедет! Да, все, мы съели, кидай быстрее! Где? Что? Не вижу. Даня, все, она съела. Она нас съела. Тебе понравилось? Понравилось мне. Даже очень. А что такой грустный? Почему просто? Чего грустный? Да просто так. Черепаха, ты чего грустная? Ты кто? Я. Точно? Да? Или Данька ты там? Да. Я вижу чуть-чуть Даньки. Пока. Всем пока. Подписывайтесь на канал Даня ТВ. И подписывайтесь в комментариях, кому понравилась эта игра. А мне, мне она тоже нравится. Ну, в общем, крутая игра. Сейчас будем еще играть, да?